Привет всем на канале Девкладоискатель. Ряды редеют. Громчик по хозяйству хлопочет. Мы остались вдвоем. Мы с Серегой, как оловянные солдатики, готовы на любой кипиш. Как Наташа скажет, любой кипиш, кроме голодовки. Нас разбуди, мы сразу готовы на кухню. Сегодня снова едем на разведку. Короче, смотрели по старинной карте, любопытные заметили штуку. Вереница хуторов на карте, все безымянные, а один хутор с именем. Это наводит на мысль, что это достаточно крупный был хутор, так что едем сейчас его поищем. А вдруг что получится? А вы, значит, как обычно, ставите лайк, подписывайтесь на канал. Продолжение дальше следует. Разведка у нас продолжается. Поля активно засеиваются. Такие вот тракторочки. Восьмиколесные монстры. Один дискует, за ним следом идет уже сеет. Вот такие у нас технологии сейчас. Один хутор отмеченный нашли на карте, даже вот примета кладбища. Даже приезжают, глядят за ним. Но оно, этот основан был в село в 24-м году, так что это нам не интересно. Да и ходить тут особо негде. Фундамент-то там он есть. Так, едем дальше. К основной нашей цели. Вот чё, в чем проблема-то. Переехать не везде можно. Все дороги распахали. Что за новое веяние? Все дороги. Раньше в советское время вдоль каждого поля всегда была дорога. Здесь ни хрена. Можно проехать несколько километров в поисках дороги. Ну ладно, ждем следующее включение. Первый имперский сигнал. Алюминиевая кружечка была когда-то. Да, тут заросли вон еще какие. Вот у нас и первая монетка. Копеечка. 1924 год. Ну так, сохранник, конечно, слабенький. Вчера лучше было. Да. Чпаньк. Отлично. Ну, уже. Хоть чего-то. Ну да. Зацените новую кепку рекрута. Да, здрасте. Ничего ты не понимаешь? Кепка, зачет. Так, отлично, двигаемся дальше. Решили мы по полю походить все-таки. По лугу ходить вообще невозможно. Трава 30-40 сантиметров, блин. Сигнал 8 аж, прикинь. На походу поздний советик, наверное. О, а это не серебро случайно? Ну что-то с таким сигналом 8. Серег, что это такое? 15 копеек походу. Они да, непонятно. По-моему, поздний советик. Ну, судя по сигналу, да, должен. Герб видно, вот так смотреть. Вот здесь вот снизу вот. Еще что-то 900. Ну, поздний советик, 15 копеек. Ну что, норм. Вторая монетка. А? За полдня. Ну-ка. Да мы ехали, да. Пока ходим тут минут 10-15. Первая империя сегодня. Что это у нас тут такое? О, копейка Александровская. Александр II, как ты поднял? Красавица. Сохран-бомба вообще. Чпаньк. Интересная какая-то накладочка была. На что-то.
какой-то рисунок. Но сейчас уже это непонятно, что это. Предположение было, что это на очки. Вот эти вот переносицы, которые. Хотя нет. А может и да. Но старинный вот узорчик такой. Обрамление. Чпок. Серж у нас нашел образок. И конинку. Да никому не показывает, засранец. Что-то сегодня у нас как-то дедушка хабар не балует. В прошлый раз мы к этому времени уже штук 5-6 монет нашли. Так, конинка. Че, образок целый, с ушком. Почистится, может, даже видно будет. Что-то там не трогай его, а то он на ладан дышит. Конинка. Вот здесь что нравится мне, конина, она вся такая, это, фабричная, видишь, какая. Четко вырубленная. А это копеечка в лесу. То есть на огородах нашли. Ну, все у нас со временем. Часа два, наверное, с половиной, да? Написал приятного путешествия. Угу. Часа полтора еще походим и двинемся назад. Вот у нас. Четвертая монетка и вторая империя. Они как всегда. Пол копеечки. Чистенькие. Одна, вторая копейки прям с охранным. Какой там год-то? 1913. Отлично. Николай II. Тынс. Чпоньк. С охран бомба вообще. Ну, у них всегда. Класс. Сколько вот находил, всегда хороший. Отлично. Уже не зря приехали. Еще одна находочка. И по сути империя. Пуговка гирька. Чуть-чуть спотели. Ветер, зараза. Хороша. Идем не спеша. Очередную любопытную вещицу, артефакт нашел. Кто знает, что это такое. Вот такой, как футлярчик. И зачем-то скреплен заклепками. Такое ощущение, что здесь, наверное, деревяшка была или что-то. Что это такое, вообще непонятно. Ну, что-то любопытное. Кто знает, отпишитесь в комментарии, пожалуйста. Я знаю, у нас достаточно много экспертов смотрит. Чпок. Будем считать, что это не жбоньк. Двигаемся дальше. Итак, сейчас взлетим невысоко. Посмотрим с высоты на поле. Как видно, фундамент. Автозлет. Ветерок.
Сейчас садится. А, стоп. Нет, ты не хочешь, не нашел, нифига. Как это так? Я боялся, что закану. На этом все сегодня. Ну как-то... Хотел сказать, не задалось. Да не, нормально. Разведка на есть разведка. Поездили, посмотрели, где можно доехать, где нельзя доехать. Тот хутор, который мы хотели выбить, мы до него не доехали. Все дороги вокруг полей распаханы. Почти все. Мы там петляли, петляли, и километров 20 намотали по полям. Ну ладно, приехали мы опять на это поле, и снова у нас две империи. Нормально. Но если копейку 24 империи, то считать туда 3. Я думаю, что нормально. Прогулялись, подышали свежим воздухом. Александровская копеечка просто супер. На этом все, ребята. Всем спасибо за внимание, ставим лайки. Ставим лайк новой кепке Рекрута. Что ты не понимаешь в колбасных обрезках? Всем пока!